Несмотря на то, что два двигателя немного разные, один более мощный, они с разных стиральных машинок, можно увидеть, что центра у них идеально сходятся, и это облегчает мне задачу. И остается мне выточить подобный центр. На второй двигатель, и можно будет их уже устанавливать на какую-нибудь платформу и испытывать. Так, диаметр вала получается 11 мм и плюс где-то 8 соток. Изначально делаю отверстие сверлом 10,5 мм, плюс при сверлении оно еще немного разбивается. Ну и окончательно довожу разверточкой 11 мм, которая зажата в цанговый патрон. Кстати, друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли делать обзоры на такие вещи, на оснастку для токарных станков. Приобретал я его на AliExpress, очень им доволен. Здесь стоит сейчас цанга 12 мм, ну, как видите, она позволяет зажимать до 11 мм довольно-таки спокойно. Вот такая красота получилась. Осталось установить на место. Вал в плюсе на несколько соток, поэтому нужно разогреть. Ап! Есть, центра просто идеально сходятся. Так как у меня в мастерской маловато места, я решил не делать станок отдельно стоящим, а сделать его на основе своей циркулярной пилы. Будут два съемных модуля. Каждый двигатель будет закреплен на платформе из фанеры и будет ходить по вот этому пазу. Один двигатель будет стоять неподвижно и будет играть роль задней бабки с вращающимся центром. Ну а второй двигатель будет перемещаться и будет фиксироваться в нужном положении. И при окончании работы можно будет легко снять эти платформы и убрать куда-нибудь, чтобы они просто не мешались, не занимали места. Until the very last hour, we still got few more days to slay. It's gonna get so much louder. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. Lose it all.
закрепил двигатели на платформах и выставил, чтобы все было соосно. Получилось очень хорошо. Нету никакой вибрации. Все четко. От этого регулятора напряжения я решил отказаться. Мне в работе нужны невысокие обороты, 1500-2000 где-то. А он крайне плохо поддерживает низкие обороты и ведет себя очень нестабильно. Сейчас запущу и все вам покажу. Вот выставил минимальное возможное значение. Двигатель все набирает и набирает обороты. Чуть-чуть меняется напряжение в сети, и он продолжает дальше разгоняться. Буквально чуть-чуть убрал на долю градуса на регуляторе. И обороты резко снизились и продолжают падать. И таким темпом двигатель просто остановится. Короче, данный регулятор вообще не подходит для низких оборотов. Сейчас двигатель просто остановится. Короче, друзья, с этим диммером какой-то стабильной работы двигателя добиться у меня не получилось. Я заказал на AliExpress качественный регулятор с поддержанием мощности при снижении оборотов. Как только посылка попадет ко мне в руки, я сделаю подробный обзор на него. Ну а пока регулятор идет, я вышел из положения вот таким образом. Как известно, любой коллекторный двигатель заточен для подключения от постоянного тока. Соединил последовательно питание от двух блоков питания, получил 24 вольта и получил очень стабильные обороты в нужном мне диапазоне. Ну и вот, друзья, получаем около 2000 оборотов, 1950 оборотов. И они практически не изменяются. Там в районе десятки они чуть-чуть плавают. Но по сравнению с тем диммером, конечно, небо и земля. Здесь все четко и очень стабильно. Что мне и нужно. Ну что ж, уже не терпится проверить станочек для центробежного литья в работе. Сейчас отольем небольшой цилиндр из эпоксидной смолы. Ну вот, друзья, наконец-таки станочек уже в работе. Получается просто офигительно все. Есть небольшое биение, но это из-за того, что я немножко неточно вот эти вещи, наверное, выточил. Я думаю, это абсолютно не страшно, и на конечный результат никак не повлияет. Сейчас замерим обороты. Получается где-то 1500 оборотов в минуту. Оставляю на непрерывное вращение где-то часа на 4-5. Очень крутой станок. Как всегда, чтобы ускорить процесс, немножко подогреваю. Что-то плоховато я смазал. Есть! Еле достал. Честно говоря, я поспешил. Нужно было доставать его завтра, подождать, пока он полностью отвердеет. Видите? Он еще такой мягкий. Но это ничего страшного. Он примет идеальную форму. Еще плоховато я смазал форму разделительным воском. Ну а так можно сказать с уверенностью, что первый блин совсем не комом. Получилось отлично. Очень крутой станочек получился. Очень им доволен. Этот цилиндр и подобные ему вы увидите в будущих очень интересных проектах. Я очень надеюсь, что видео вам понравилось и было полезным. Поддержите лайком. Всем пока, друзья. До скорых встреч.